Antitubes 3 The Apocalypse DLC – это автономный сиквел от Santikuna компании Slantitubes 3. Это должна была быть глава 4, которая состояла бы из трех различных частей. В отличие от остальных игр компании, игра в основном разрабатывалась Santikuna с небольшим вкладом от Шона, разработчика игры. Вскоре после этого Santikuna отменил проект из-за того, что фандом был слишком токсичным по отношению к DLC. Поскольку DLC в настоящее время считается отмененным, каноничность неоднозначна. Через 3 месяца после событий Slantitubes 3 Multiplayer, хранитель, или Белл, как его называют, сержант Майлз и Энн, прилетает к бункеру, в котором хранится машина Телетави, чтобы попытаться уничтожить машину. Их встречает два коридора, один из которых закрыт. Как только игрок входит в доступный коридор, ворота за ним закрываются. Он кричит Майлзу и Энн, чтобы они открыли ворота, но они таинственно исчезли. Пройдя дальше по коридору, у игрока появляются галлюцинации, которые переносят его в таинственную черную зону, где теневой пузик преследует его. Он внезапно просыпается после того, как Майлз и Энн открывают ворота и находят его без сознания. Майлз дает ему пощечину и называет бесполезным, в то время как Энн принимает сторону игрока в споре. Затем игрок находит отмычку в конце коридора. Он просит Энн и Майлза посмотреть, нет ли у них чего-нибудь, чем можно взломать запертую дверь. Майлз отдает игроку свой нож. Белый открывает отмычкой дверь, после этого перед игроком появляется длинная лестница. Спускаясь по лестнице, у игрока всплывают еще больше галлюцинаций, первая из которых Тинки и Винки. Затем игрок переживает безоголовую галлюцинацию Дипси, и лестница начинает выглядеть как спутниковая станция. Затем у игрока возникает галлюцинация Лала, и лестница превращается в коридор, сделанный из плоти. Наконец у него появляется галлюцинация По во второй фазе, а затем он возвращается в здравомыслие, пройдя всю лестницу. Игрок прошел еще несколько коридоров, ведущих к машине, где его ждал Майлз и Энн, а затем отключился. Через 10 минут он просыпается, и Майлз просит его исследовать комнату, в которой находится машина. Игрок пытается отсканировать ключ-карту, чтобы использовать терминал устройства, но у карты нет достаточных разрешений для доступа к машине. Затем Майлз берет топор, чтобы уничтожить машину, но игрок останавливает его и спрашивает, как она работает. Майлз и Энн объясняют игроку про машину. Все началось с людей. Случилась огромная эпидемия, она убила большую часть населения. Размножение больше не было возможным вариантом. Люди просто умрут еще до того, как родится новое поколение. Человеческая раса так отчаянно стремилась сохранить свой вид, что пыталась сделать то, что считала невозможным. Они создали машину, чтобы создать больше людей. Однако машина вышла не так, как ожидалось. Анатомия этих искусственных людей была иной. У них была мохнатая кожа, а в животах телевизоры. У них не было пальцев на руках, а также и пальцев на ногах. Это же мы, верно? Да, это так. Люди провалили свои эксперименты, но мы были самым близким к людям существом, которое они могли создать. Они назвали наш вид телепузиками из телевизоров в наших желудках. Наша раса не имела доступа к машине, но мы все еще пытались убедить людей воссоздать нашу расу в случае исчезновения. Чтобы можно было различить телепузиков, мы добавили антенны в наши головы. Затем Майлз пытается уничтожить машину, и у игрока есть два варианта. Позволить Майлзу уничтожить машину, ничего не делая. Остановить Майлза от уничтожения машины, говоря «подождите». Или позволить Майлзу уничтожить машину, уже выбрав вариант ответа. Если игрок ничего не делает, Майлз уничтожает машину, тогда вспыхнет свет, и новорожденные вырвутся из своих гнезд. Они начнут кричать, тогда игрок и Энн убегают, оставляя позади Майлза. Это приводит к варианту 1. Остановить Майлза от разрушения машины. Игрок скажет, что они могли бы использовать машину для повторного заселения мира, как инцидент с новорожденными будет завершен, и Энн согласится с ним. Майлз начнет спорить. Игрок получает контроль над Энн, а затем у него есть выбор с тремя вариантами. Промолчать. Приказать Майлзу уничтожить машину. Приказать Майлзу не уничтожать машину. Если Энн ничего не предпримет, Майлз устанет ждать и просто уничтожит машину. После этого он вступит в спор с игроком, а затем начнет бороться с ним. Через некоторое время свет погасит, и новорожденные покинут свои гнезда. Игрок, Энн и Майлз убегают прочь. Это приведет к варианту 3. Приказать Майлзу уничтожить машину. Майлз уничтожит машину, тогда вспыхнет свет, и новорожденные вырвутся из своих гнезд. Они начнут кричать, тогда игрок и Энн убегают, оставляя позади Майлза. Это приведет к варианту 1. Приказать Майлзу не уничтожать машину. Если Энн скажет Майлзу не делать это, он сдастся и не уничтожит машину. Затем Майлз позвонит Нинджа, про этого персонажа как-нибудь в другой раз, и попытается связаться с ним. Но сигнал телефона будет слишком плохим. После этого телефон начнет издавать громкий шум, из-за которого могут пробудиться новорожденные. Майлз сумеет выключить телефон, но к тому времени было уже слишком поздно, так как из гнезда уже вырвался новорожденный. Он будет пытаться атаковать игрока, в этот момент игрок должен нажимать Q. Дальше может произойти два варианта.
Если игрок не нажимает Q вовремя, то он получает удар новорожденного и упадет на землю. Другие новорожденные вырвутся из своих гнезд, а Энн и Майлз убегут. Это приводит к варианту 4. Если же игрок вовремя нажимает Q, то у него получится вовремя увернуться от атаки и убить новорожденного ножом, который он получил от Майлза ранее. Затем другие новорожденные вырвутся из своих гнезд, а игрок Энн и Майлз убегут. Они идут к выходу из бункера, но к тому времени уже заблокированы новорожденными. Энн спрашивает, что им делать дальше, а Майлз отвечает, что теперь они будут сражаться. Это приводит к варианту 2. Судя по всему, вариант 2, похоже, является предполагаемым окончанием. Вот такой получился DLC Апокалипсис. Если вы считаете это хорошим каналом, напишите об этом в комментариях. С вами был Швед. Всем пока.